Здравствуйте, уважаемые блогеры. Сегодня 5 июня 2020 года. Блогер из Перми, опальный сотрудник КГБ, бывший Бессон Зибович. Ну вот сегодня я узнал, что арестован Николай Платошкин. Ну, вчера вечером еще узнал. Это меня просто прокомментируют. Ну что я хочу сказать, что, понимаете, власть пытается душить любой протест, любую, что называется, в зародыше, да? В принципе, он нигде там не призывал никаким, так сказать, насильственных и так далее. Но это его, видимо, реакция на ситуацию в Владикавказе. Да? То есть тогда люди вышли, потому что там не все предприятия были остановлены. Предприятия, принадлежащие губернатору, главе администрации этого региона, они преспокойно работали и так далее. Ну и, в общем-то, это реакция вот на любые формы протеста, несанкционированные и так далее. Поэтому те, кто, например, обвиняет Зюганова в нерешительности, его, так сказать, что называется, подыгрывание к властями. Понимаете, если бы в стране было право, если бы была правовая система, суды, ну, если ничего нету, если они, так сказать, перешагивают через Конституцию, видите, что творят, так сказать, с правовой системой, ну, как тут можно играть, какие отношения сложно выстраивать. Поэтому следующие мы на очереди. Я всегда готов, Сидор у меня всегда стоит, и совершенно ждем по какой статье, что именно придумает. Ну, естественно, там нет никакого состава. Он, наоборот, говорил всегда в рамках закона и так далее. Ну, очень жалко. Хочется поддержать мужество, поддержки его. Потому что совершенно и так далее. Ну, как ходить? Это политическая борьба. И никаких иллюзий о том, что власть будет, так сказать, соблюдать какое-то законодательство, какие-то условности. Совершенно нет никаких иллюзий. Потому что видите, что они делают с Конституцией, с выборами и так далее. Что вы думаете, посадить кого-то, так сказать, по надуманным статьям какого-то оппозиционера. Это раз. Поэтому в такой ситуации мы живем. Что сделать? И так далее. Спасибо, ваш Бессонов Сибирич.